Приветствуем всех садоводов! Ярким и естественным украшением загородного участка или городского парка являются цветы. Идеальным вариантом для создания садовых композиций служат многолетние цветы. Они, как правило, хорошо переносят морозы и нетребовательны к почвам. Но их основное преимущество – это отсутствие необходимости ежегодной пересадки. Размножаются многолетники разными способами, один из которых – посадка семян. Для некоторых культур из семян выращивается рассада, но есть и такие неприхотливые виды, которые высеваются сразу в открытый грунт. Осень – отличная пора для посадки любых многолетних растений, особенно тех, чье цветение приходится на весну. Это ирисы, маргаритки, гвоздики, незабудки и примулы, посаженные осенью, будут радовать весной своим ярким цветением. Посеять непосредственно в открытую почву можно и семена – настурции, мака, весенне-цветущих флоксов, а также цветущие летники, такие как ромашка, лен, лаванда, василек и гвоздика. Прежде чем посадить семена многолетних цветов в грунт, нужно понимать, что они могут преждевременно прорасти. Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать более позднее время, а именно октябрь. Весной талая вода может вымыть семена, поэтому участок выбирают ровный, а посадку делают гуще, чем весной. После посева землю мульчируют перегноем или торфом, можно укрыть сверху лапником. Купить семена многолетних растений можно в магазине Хитсад. Для наших покупателей у нас сформированы наборы, в которых растения подобраны по определенным признакам, что значительно облегчает выбор, особенно начинающим садоводам. Благодарим за просмотр и желаем хорошего дня!